какую площадку отгрохнули. Здесь можно музыкальный какой-нибудь фестиваль проводить. Сейчас я вам покажу, туда проход запрещен. Отсюда покажу, какая вода, чтобы вы понимали. У нас в Ялте потоп. Смотрите здесь, какая вода. Сравните ее. Что? Да вон люди купаются. А я опять в шортах не одел платки. Там вот фигура какая-то. Здесь вот подъем, опаньки. В прошлом году я здесь поднимался по лестнице. А теперь там такие решетки присобачили. Задушевные такие решеточки. Ну да ладно. Идем мы, короче, вон к той горе. 2,5 километра. А туда нельзя пройти? Нет, туда нельзя. Чего? На пятый этаж. А, для проживающих в санатории. Ну да ладно. Пятый пляж, он сказал. Туалеты. Корпус 1, корпус 3. Ничего себе, сколько здесь. Корпус 3 корпуса или 5 вообще. Услуги пляжного сервиса, душ, туалет, прокат. Так, режим работы с 8 до 7 вечера. Запрещено за буйки. Так. Просто вот 30 градусов тепла, 23 вода. Правила солнечных ванн. На солнце 15 минут. Медпункт. Уже я по-своему иду. Вот такая вот раздевалка. Далеко у меня топать. Ну да ладно. Часы точно идут. Все пучком. Контроль, ребята. Контроль. Мы на 5-м или 6-м пляже искупаемся, где в прошлом году я купался. Я буду через каждых 100 метров включать камеру. Красоты Крыма. Видите орла? Вряд ли. Вот он, красавчик. Вот, господа, дельфины. Красавчики наши. Их водички не хватает здесь, а? Фонтанчика. Ай-яй-яй-яй-яй.
дельфинчик. Красавчик. А, он в зубах, видите, во рту у него трубочка. Функционирует просто. Попозже, ребята. Попозже. Ему напряженка с водой, так что. Вот видите, тут трубочка. А-а-а, укусил. Дельфин кусается. Вот я дуркую, да, но ничего страшного. Ну, как вам такая водичка? А? Юрин катамаран стоит с Лазаревского. Видать, продал. Надоело таскать. Идемте дальше. Вон они сверху, это все парк Айвазовского еще. Я тут прошел-то всего децл. На обратном пути. Там еще похожу, если сил хватит. Смотрите, там вот так вот прям идет. Как неплохо, что я разговаривать не умею, господи. Двоечником был, что сделаешь? На других блогеров посмотришь, как метлой метут, базарят. Даже не успеваешь улавливать, о чем базар. Но мы по-своему блогерствуем. На них что нам смотреть? Пусть они жгут по-своему. Я по-своему. Я могу даже и молча снимать, если вам захочется, я могу молча снимать все. Для меня так будет очень проще даже. Слушайте, в прошлом году вот этого же здания не было. В августе. Надо ролик прокрутить, посмотреть за прошлый год. Не было этого здания. Чудеса в решете. Смотрите, как чаечки сидят на камнях. А камни какие огромные. Давайте, наверное, приближу. Было бы время много. Я говорю, было бы время больше. Я бы приближал бы, поудалял бы. Но... Да вообще-то время есть, в принципе. Просто мы сами так привыкли уже куда-то ломиться. По жизни. По жизни ломиться куда-то. Иногда полезна депрессия. Лег на диван, глаза в потолок, и вспоминаешь свою жизнь. Оказывается, там вообще ничего нету позади. Одна беготня, одни порожняки. Потом выходишь из депрессии и начинаешь жить правильно. Депрессия иногда полезна всем, чтобы немножко покубаторил своими мозгами. Я же раньше вообще ничего не видел. Ни кустов, ни деревьев. Даже когда на рыбалку ездил. Поплывки и все. А так, чтобы закат на телефон снять. Или там разглядеть какое-то дерево. Такого не было. Только на югах я это увидел. Развел свои глаза. Вот стелют ковровые покрытия. Видите, камень там какой. Это Малый Маяк вроде называется. Вот это. Здесь где-то замок. Гагариной
замок Гагарина, и потом что-то я подзабыл. Ребятушки, музыка, надо идти дальше. Вот купаются дети, взрослые. Здесь можно купаться. Это 5-й и 6-й причал. А я купался вообще вон там за кораблями, почти туда, до горы дошел. Как вот там еще есть. Князь там жил, это на букву К как-то называется. Не Карагача, а как-то. Теплая вода. Да. Мне ледяная, ей теплая. Ну, 23 вода. Меньше 30 это все ледяная. Меньше 30 ледяная, но не вы даете. Вода, сука. Вон девушки в стрингах. Там пляжи, а санаторий, я понял. А почему он мне сказал, вам можно купаться здесь? 5-й и 6-й. Это они откуда? Местные там у горы купаются. Вот, вон она, гора торчит. Медведь, вон нос появился. Сейчас я, подождите. Сейчас увеличу. Видите, она купается, стринги видно. Видите? Вон наш медвежонок, пятачок торчит его. Медведь, гора и едак. Мы к нему вернемся. Тут вода чистая, ребята. Охранник меня пропустил. Через эти ворота лечебный пляж, санаторий Азвазовского, управление делами президента России написано. Можете представить. И вот такую сказку мы попадаем. Это разве Крым? Вот смотрите, какие кораблики красавцы стоят. Да, я говорю, ну, слушай, тут что, потопа не было? Я говорю, смотрю, вода чистая, значит, не было. Он, нет, говорит, не, здесь речушка вон там выходит, около Мишкиного носа. Ну, где этот санаторий Крым? Вот там мутная вода была, там все выгоняло, это, листья деревьев, там всякие ветки. А здесь не коснулся. Я еще подумал, Айвазовского, если я поеду, думаю, я опять сейчас вопрусь, скажут, слушай, тут все это потопом разбило. Думал, так, такое здание-то красивое. Музыка. Это музыку спасатели включили. Такие детские тут развлечения. Он браслет увидел, охранник, и сразу без базара пропустил. Был бы без браслета, то я бы сюда бы по-любому не попал бы. Рублей 20 минут. Прайс. Ну, для детей хоть бы делали бесплатно, но что за хрень? Игра без приза 200 рублей. Чу-чу-чу. Фуэр. Столовка какая-то. Ну, такие.
Опять мне стыдно снимать. Они в столовой сидят, кушают. Ничего страшного. Плитку показываю. Да. Плиточку покажем. Вот такой кафешечка на берегу моря. В тени, продувает ветерком просто. Просто супер. Здесь пройти, наверное, я не смогу. Своими ножками и зубами. И остаются? Я могу только на берег пройти. Тут вот такой вот ключик. Ключик. Золотой есть. Отель Европа, господа. Я как Шрайбикус тут хожу, как у себя дома. Сейчас я вам покажу морецо. Вот такие здесь замечательные дорожки. Смотрите, какая вода. Просто чистая. Чистая вода, ребята. Гора Медведь. Ну что, идемте дальше. Ну, а мы продолжаем самостоятельное путешествие. В поселке Протонит. Здесь я на бассейн подымался. Посмотрите, какое огромное здание. Надо же. Плиточка, смотрите, какая. Как все для людей. Детский бассейн. 200 рублей, 600 рублей целый день. Нет, спасибо. Для себя снимать? Можно бассейн снять. Вот сюда подымусь, туда заходить не буду. Просто, ну, красоту снять. Че? Ничего ж такого нету. Криминального. Вот такой красивый бассейн, детский. В прошлом году мне мужчина ничего не сказал. Зашел спокойненько, снял бассейн. Вот гранат растет. Здание, я вообще в шоке. Это просто корабль какой-то. Это просто какой-то корабль. Камеры здесь натыканы сюда, туда. Видите, камеры. Вот он гранатик какой яркий. Гранатик на фоне такого отеля, а. А вон мужик стоит так высоко. Я вообще в шоке, как высоко здесь, а. Я даже не знаю, сколько этажей. Вообще жесть полная. Фух.
Это уже от другого, наверное, отеля пляж. Другие шезлонги. Кто-то мне сказал, кто-то мне написал, где лучше, в Лазаревском или в Ялте. Я лучше промолчу, ладно? Я лучше промолчу, здоровее буду. Пока музыки не играет, подойду к кафе поближе. Вот такой у меня видок, музыка заиграла, выключаю. Это корабль, я в шоке просто. Один лучше другого, да? А, был тот. В прошлом году. Или там пристройку еще строят. Господи. Как же там люди наверху живут, отдыхают. Страшно. Ну, вот такая вот набережная. Вот такая набережная. Красота просто. Где-то я тут проходик нашел и там шел, снимал. Там нельзя. Но тогда в августе тут вообще не было никого вообще. Тут гулял. В одного. Жарко. Карасан. Карасан, по-моему, вспомнил. Карасан называется этот замок. Карасан. Блядь, ну красота. Вот Мишка, видите, появился на весь рост. Мефодька наш. Тут, наверное, уже без зонтиков. Нет, еще продолжается. Зонтики. Сейчас я туда в конец уйду. Искупаюсь. Через метров 200 включусь. Смотрите, какие камни. Мне так нравится, когда камни. Это большая Алушта, господа. Поселок Протонит. Вот сколько я его ушел уже. Смотрите, как я далеко ушел. Даже этих не видно. Больших зданий. Представляете? Вот, выхожу левее, даже их не видно. Так я далеко умотал.